В настоящее время общественная организация «Эпоха» реализует социально значимый проект. Имена защитников Ленинграда, захороненных как неизвестные солдаты, возвращаются из небытия. Благодаря чему стали известны имена 40 уроженцев Архангельской области, которые погибли в боях на территории Ленинграда и Ленинградской области и были захоронены там без имен и фамилий. Среди них есть бойцы, которые в годы Великой Отечественной были призваны Котласским райвоенкоматом. Первый из них – Драгун Василий Николаевич, 1905 года рождения. Он уроженец Башкирии. Погиб в 1942 году на территории Ленинградской области. К сожалению, никакими данными мы не располагаем. Но поскольку данные смертного медальона пришли сюда, в наш Котласский военкомат, значит, здесь находились какие-то его родственники. Еще одна фамилия – Смагин Зосим Антонович, 1917 года рождения, уроженец Бабаевского сельсовета. В годы войны он служил младшим лейтенантом, скончался от ран в 1942 году на территории Мгинского района Ленинградской области. В его найденном волонтерами медальоне указан адрес, куда нужно обратиться по какому-либо вопросу. Город Котлас, улица Виноградова, дом 17А. Именно этих недавно опознанных бойцов будут отображены на памятных знаках мемориала «Новая Малукса», что располагается в Ленинградской области. И их родственники должны знать, где захоронены их героические предки. Мы очень надеемся, что наши земляки, которые услышат эти фамилии, что-нибудь вспомнят, найдутся и отзовутся их родственники. Мы будем ждать их с нетерпением. Это очень важно. Все, кто располагает какой-либо информацией, могут обращаться в городской комитет по культуре по телефонам 818-37-262-28 или 204-57, а также в Котласский краеведческий музей по телефону 220-66.